Добрый день! Компания Dugi официально представила новую модель фирменной линейки безрамочных смартфонов Mix. Аппарат получил название Mix 2. В Mix 2 производитель решил сделать небольшие симметричные рамки сверху и снизу. Аппарат все так же ощущается безрамочным, но его гораздо удобнее держать в горизонтальном положении. А фронтальная камера находится в привычном месте над экраном. Смартфон оснастили 5,99-дюймовым экраном с разрешением 2160 на 1080 пикселей и соотношением сторон 18 на 9. В Dugi Mix 2 установлена основная двойная камера с разрешением 16 плюс 13 мегапикселей. Также в устройстве установлена двойная фронтальная камера для съемки селфи с углом обзора 130 градусов и 3D сканированием лица с разрешением 8 плюс 8 мегапикселей. Для производительной и комфортной работы Dugi Mix 2 оснастили 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. В новинке используется мощный и в то же время энергоэффективный 8-ядерный процессор Helio P25 с частотой 2,5 ГГц, с которым возможны быстрый запуск и шустрая работа приложений и игр. Смартфон обладает аккумулятором емкостью 4060 мАч. Купить смартфон можно по ссылке, которая появится в описании с началом продаж. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Подписываемся на канал, ставим лайки. Спасибо!